8 часов утра в Лондоне, 10 в Киеве, 11 в Москве, американцы спят. Сегодня 23 марта 2017 года. Доброе утро, меня зовут Александр Лосев. И сегодня по традиции обзор международного валютного рынка по основным валютным парам, также рынком нефти, золота с использованием основных фундаментальных и технических методов анализа. Как меня видно, как слышно, прошу поставить плюсики в чат, если все в порядке. Если же что-то не так, прошу написать. Так, вроде бы все в порядке, поэтому продолжаем. Наш обзор будет по традиции состоять из двух частей. Обзора макроэкономических новостей за минувшие сутки, а во второй части мы посмотрим с вами графики с точки зрения технического анализа. В конце, если останется время, я попытаюсь ответить на ваши вопросы. Итак, что день грядущий нам готовит? Актуальные тренды финансовых рынков, какие торговые идеи можно сегодня увидеть или оставаться вне рынка? Мы попытаемся выяснить. Начинаем, как всегда, с азиатских валют и с азиатской сессии. Резервный банк Австралии. Сохранение процентных ставок без изменений соответствует экономическому росту инфляции. Устойчиво низкий рост зарплат доходов создает риск для роста потребления. Укрепление австралийского доллара осложнит корректировку экономики. Заместитель управляющего банка Японии Ивата. Мы осознаем, что иена может продолжить снижение в случае увеличения разницы между ставками в Соединенных Штатах Америки и Японии. Слишком слабая иена может быть чревата негативными последствиями для японской экономики. Импорт в Японию в феврале по сравнению с предыдущим годом вырос на 1,2%. Экспорт из Японии в феврале по сравнению с предыдущим годом вырос на 11,3%. Прогноз составлял 9,9%. В феврале потребительские цены в Великобритании росли самыми высокими темпами, почти за 3,5 года, что было обусловлено падением британского фунта. При этом управляющий банка Англии Марк Карни заявил, что чрезмерной реакции на рост инфляции в Великобритании не будет. Председатель Европейского совета Дональд Туск попросил лидеров Евросоюза, за исключением британского премьер-министра Терезы Мэй, провести встречу 29 апреля, в следующем месяце. Евро-доллар вчера утром возвратился к повышению. Основные торги шли вокруг цены в 1.0780. Накануне вечером американская валюта получила основание крепнуть после комментариев председателя Федрезерва и главы Федерального резервного банка Чикаго Чарльза Эванса о том, что регулятор может повышать ставку быстрее, чем считалось ранее. Однако импульс оказался недостаточным, и евро-доллар вернулся к повышению. На торгах в Европе американский доллар сдал позиции по всему рынку. Курс евро вырос с азиатского минимума в 1.0719 до 1.0810, плюс 91 пункт. Курс британского фунта увеличился с 1.2340 до 1.2474, плюс 133 пункта. На единой валюте положительно отразились вчерашние теледебаты кандидатов в президенты Франции. Поддержку единой валюте оказало поражение Ле Пен в дебатах и укрепление фунта после выхода инфляционных данных Великобритании. В ходе европейских торгов курс евро-доллар пробил дневное сопротивление в 1.0790, ускорившись до уровня 1.0819. С него пара перешла в коррекционную фазу. На фунте инфляционные данные в Великобритании оказали также влияние на эту пару, вот инфляционные данные в Великобритании за февраль. В феврале британская инфляция ускорилась сильнее, чем прогнозировали экономисты, преодолев целевой порог Банка Англии в 2% годовых. Регулятор ожидал возвращения инфляции к целевому уровню в конце года. Теперь же участники рынка будут внимательно следить за риторикой Марка Карни.
Любой намек на повышение ставки рынком будет закладываться в цены. Доходность однолетних британских облигаций взлетела на 77,78% до 0,128%. Десятилетние облигации на 4,78% до 1,293%. Экономический календарь США вчера был пуст. В центре внимания было лишь выступление председателя Федеральной резервной системы США Эстер Джорджа. Доходность 10-летних немецких облигаций выросла на 9,61% до 0,479%. Американских же облигаций на 0,79% до 2,49%. Итак, коротко по европейской статистике. Индекс потребительских цен в Великобритании в феврале вырос до уровня 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,3% по сравнению с предыдущим годом. Прогноз, соответственно, был 0,5% по сравнению с месяцем предыдущим и 2,1% по сравнению с предыдущим годом. Предыдущие же значения были минус 0,5% и 1,8%. Индекс розничных цен вырос до 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем и 3,2% по сравнению с предыдущим годом. Прогноз был 0,8, 2,9 и предыдущие значения минус 0,6 и 2,6 по сравнению с предыдущим годом. Индекс промышленных отпускных цен в феврале составил 0,2 по сравнению с предыдущим месяцем и 3,7 по сравнению с предыдущим годом. Прогноз был 0,3 и 3,7. То есть фактически где-то рядом. Предыдущие же значения были 0,6 за, по сравнению с месяцем и 3,6 по сравнению с предыдущим годом. Индекс промышленных закупочных цен в феврале составил минус 0,4 по сравнению с предыдущим месяцем и 19,1% по сравнению с предыдущим годом. Прогноз был 0,1 и 20,1 с предыдущим годом. Предыдущие значения 1,6 и 20,1% соответственно по сравнению с предыдущим годом. Индекс промышленных заказов CPI в марте составил 8 пунктов. Прогноз был 5. Предыдущее значение было также 8. Итак, перейдем к Соединенным Штатам Америки. В США на днях состоялось выступление президента страны Дональда Трампа. В своем выступлении он затронул вопрос о налогообложении компании страны. По мнению Трампа, на данный момент налоговая нагрузка на бизнес достаточно высокая, что мешает развитию экономики США и снижает конкурентоспособность американских товаров и услуг. В этой связи президент США считает необходимым резко снизить налоги. Так было обещано опустить ставку по налогу на прибыль с 35-38% до 15-20%. Таким образом, Трамп замахнулся переплюнуть Рейгана, налоги при котором были весьма гуманными. Переходим к рынку нефти. Вчера нефть торговалась в рамках 51-52 долларов за баррель марки Brent. Внешний фон к торгам был неоднородным. Американские рынки завершили предыдущую сессию ограниченными продажами. Фьючерс на индекс S&P на премаркете дорожает. Цены на нефть держались в плюсе. Сегодня же во второй половине дня будут выходить обновленные данные по запасам нефти и нефтепродуктов за прошлую неделю в США. Ранние наблюдения показывали признаки незначительной коррекции в запасах черного золота. Но такое уже случалось, когда после небольшой паузы индикатор снова рос, причем более энергичными темпами. Если в этот раз инвесторы получат полноценный медвежий сигнал, то баррель, вероятно, вернется к движению в область 50 или 50,5 долларов. Нефть сегодня. Давление на нефтяные котировки продолжается. Нефть дешевеет. Вдобавок, начавшаяся накануне распродажа американских акций перекинулась утром на азиатские рынки, которые теряли 1-2%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром по 2336 на 0,3% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Что нас ожидает сегодня? Какие макроэкономические новости мы увидим? В то время как сейчас идет аналитический обзор рынков, уже наверняка началось заседание Европейского центробанка. В 22.00 сегодня также будет оглашено решение Резервного банка Новой Зеландии по процентной ставке.
Тем не менее, сегодня в 11 дня по восточноевропейскому времени еврозона, платежный баланс с учетом сезонных колебаний за январь. В 15.00 по восточноевропейскому времени США индекс цен на дома, приобретенные через Fannie Mae и Freddie Mac за январь. В 16.00 Швейцария, выход квартального бюллетеня швейцарского национального банка. В 17.00 Соединенные Штаты Америки, продажи на вторичном рынке жилья за февраль. 16.30 США. Изменение запасов нефти на 13-19 марта. 21.45. Канада. Выступление замуправляющего Банка Канады Лоуренса Шамбри. В 22.00 Канада. Представление годового бюджета. Ну и, как говорилось, Новая Зеландия. Решение резервного банка на Новой Зеландии по основной процентной ставке. Что же ожидает нас завтра? Завтра одно из важных событий в 14.00 – это выступление Джанет Йеллен. В 16.00 – продажи новых домов по сравнению с предыдущим месяцем в Соединенных Штатах Америки за февраль. В Европе целевая программа ЛТРО в 16.30. В 17.00 – уровень доверия потребителей за март. Предварительный. Соединенные Штаты Америки, 20.00, выступление представителя ФРС Кашкари. В 23.45 Новая Зеландия, импорт за февраль. В 23.45 также в Новой Зеландии, торговый баланс за февраль по сравнению с предыдущим годом. В 23.45 экспорт за февраль и в это же время торговый баланс за февраль по сравнению с предыдущим месяцем. Я благодарю Наталью Индееву, Анну Бодрову, Эдуарда Сунгатулина, Анну Кокареву и Вадима Йосуба за предоставленный материал в нашем сегодняшнем аналитическом обзоре макроэкономических данных. Более подробно смотрите на нашей страничке Альпари в соответствующем разделе «Аналитика». Мы же переходим сейчас к техническому анализу. Итак, как всегда, начинаем с азиатских валют, японская иена. По японской иене, как всегда, рынок нас приятно удивил. Процентная ставка Японии повышаться не будет в Японии, поэтому валюта работает очень четко, ясно и понятно. Американский доллар падает на всех рынках, ну и по сравнению с Японией в том числе. Итак, что было вчера? Вчера у нас была ситуация, по сути дела, входа на шорт. То есть наша вчерашняя разметка по 30-минутке, да, вот она. Мы ждали целевую зону вот в этом районе по японской иене, да, 113.15. Рынок туда не дошел, он просто подошел вот к этой низине в прошлый раз, да, 112.88. Практически цент-цент. Повторил это вчера. И здесь варианты были следующие. Либо он добивает в эту зону, да, и идет вниз, либо рынок не идет выше, а сразу разворачивается, идет вниз. То есть точки входа были вот здесь. Точно так же, как и здесь. То есть практически характер рынка очень, скажем, предсказуемый. Практически он повторил тот же паттерн, который мы видели несколько дней тому назад, в районе 16-17 марта, да, на прошлой неделе. То есть здесь еще был один шанс зайти вниз. То есть вот этот кусочек рынка, по сути дела, те, кто наблюдал за нашим анализом аналитическим, да, то есть за нашим техническим анализом, могли бы открывать позиции, аккуратненько поставить стопы и взять вот этот кусочек рынка. Сейчас, по сути дела, позиции нужно фиксировать, потому что рынок показывает нам уже серьезные дивергенции. Если мы откроем на более большем таймфрейме, вот здесь уже растет еще одна дивергенция. Вот. На всякий случай здесь я бы зафиксировал прибыль. Вот, не знаю, как вы, и посмотрел, что рынок будет делать дальше. Впрочем, падение может продолжаться еще. По более крупным таймфреймам рынок находится у сильных ключевых точек поддержки. Вот на уровне 111.51, то есть фактически она пробита сейчас вот по этим низинам. То есть, вероятнее всего, будет какой-то все-таки отскок. Отскок и коррекция обратно. Вот сюда.
То есть фактически то, что мы в прошлый раз смотрели, и то, как мы это все предполагали, да, ну, то есть вот здесь вот рынок пришел в нашу целевую зону. Поэтому где можно защищать сейчас свои позиции? Вот по вот этим вот вершинам. То есть передвигать позиции по открытым позициям вот здесь можно вот сюда, в прибыльную зону, на уровень 111.77. Что покажет нам этот рынок дальше, мы посмотрим. Австралийский доллар, американский доллар, то есть идет все так, как мы точно так же вчера и предполагали, за исключением одного. Рынок провалился ниже. То есть было предположение, что первое, рынок может провалиться ниже вот здесь, да, и уйти наверх, либо он двигаться будет вот в этом канале, вот здесь, развернется наверх, да, вот, либо он просто сделает более глубокую коррекцию, перебита вот эта низина. Скорее всего, возможен поход вот к этой целевой зоне. То есть импульс, здесь будет небольшая коррекция внутри дня, да, и будет, возможно, небольшое добитие еще вот сюда, потому что такое движение сразу разворотом, как правило, не заканчивается, хотя все вероятно. То есть, по сути дела, внутри дня аккуратно можно здесь вот, да, шортануть. Но я этого делать не буду, потому что это не моя торговая ситуация. Просто сейчас наблюдаем за этим рынком, что происходит здесь. Вот, то есть вероятное развитие событий. Может быть, он еще провалится чуть-чуть глубже, вот сюда, да? После чего может еще уйти наверх. Либо, если мы посмотрим в глобальном масштабе это движение. Сейчас я уберу линейку Фибоначчи, чтобы она нам не мешала вот здесь. Либо в глобальном масштабе может что произойти. То есть, опять же, хочется напомнить, что рынок вот здесь стоит у сильных линий сопротивления. То есть, вот здесь, возможно, стоит очень сильный продавец по австралийскому доллару, потому что рынок по крупным таймфреймам нам рисует тени. Отсюда цена фактически отбивается и уходит вниз. Вот, и вероятен может поход на низ. То есть ситуация по австралийскому доллару продолжает быть неоднозначной. Новозеландский доллар немножечко демонстрирует нам другую динамику. Вот, то есть у нас была разметка, что вероятнее всего он может прийти сюда, да, вот она предыдущая. Вот поход наверх, то есть фактически сейчас реализовывается вот этот сценарий. Рынок добил до сотого мувинга, проколол его, да, и начинает возвращаться. То есть, вероятнее всего, цена уйдет еще раз вот сюда. На коротких таймфреймах, то есть на часе. То есть, по 4 часам я сейчас четких разворотных сигналов тоже для того, чтобы он пошел как-то вниз, да. То есть, на сегодняшний день я пока не вижу. Тем не менее, наверняка может состояться коррекция вот в эту область. Вот к этой вот вершине, да. К этому пику, вот в эту область. Здесь же находится линия Боллинджера. Это динамическая линия сопротивления, поддержки сопротивления. Здесь вот линия сопротивления. То есть цена может прийти вот сюда, от чего снова, вот, как говорилось, уйти вниз. То есть есть для этого определенные технические основания. То есть, по сути дела, аккуратненько зашортить здесь можно, но четко ясно выраженной целевой зоны пока, скажем, нет. Рынок может развернуться, пойти вниз, может еще продолжить движение какое-то наверх после этого. То есть ситуация неоднозначная. И может просто встретиться с линией Боллинджера большего таймфрейма и прийти вот к этой линии сопротивления, которая раньше была поддержкой, и она была сделана, образована вот этими вот низинами, да, на уровне 0.7128. То есть, по сути дела, рынок выдыхается. Это видно уже вот здесь. Что здесь можно еще раз посмотреть и что может быть подтверждением сигнала на шорт? Это если MACD вот здесь сформирует дивергенцию после пересечения нуля. Вот тогда, возможно, у нас будет сигнал на шорт. Ну, по крайней мере, менее рискованный вход будет, чем, допустим, входить на шорт сейчас. То есть, по сути дела, рынок шортовый. Вот это движение выдыхается. Очень вероятно, что будет еще раз поход вниз. Но поскольку у нас это глобальный коридор, да, коррекция не, может сюда и не прийти, она может состояться локально вот сюда, и рынок может уйти снова наверх.
То есть я бы не сказал здесь что-то однозначно, потому что по неделе рынок тоже двигается в глобальном рейнже, в глобальном коридоре. Это нужно учитывать, нужно знать и понимать. Поэтому нацеливаться на какие-то крупные вещи я бы, ну, наверное, не стал. Работал бы аккуратно. Сейчас уберем эту линию вот так вот. Да, вот здесь вот еще у нас находится вот глобальный косой флэт. По сути дела, работать можно, но нужно понимать, что здесь будет происходить. Здесь могут быть выносы стопов, забор позиций, да, вот шпилями, допустим, это все было сделано. Вот, поэтому рынок очень непредсказуем. Но, тем не менее, какую-то общую тенденцию видеть можно. Доллар-франк. Доллар-франк. Доллар-франк показал очень хорошее движение. По сути дела, он сделал то, что мы предполагали. Так, в чате я вижу, поток рвется время от времени, нестабильно. Хорошо. Александр, мы над этим, я думаю, что после обзора мы над этим поработаем, посмотрим, что у нас не так, и обязательно постараемся к следующему разу исправить технические неполадки. То есть заход был по доллару-франку вот здесь. Вот здесь была как раз тень в целевой зоне, как и отмечалось в предыдущей разметке. Здесь можно было отшортиться, свеча просто была прекрасная, да, посмотрите, какая разворотная формация. То есть прокол, не знаю, что здесь забирали, по крайней мере, вот до этих вершин цена не дошла, но формация была однозначная. То есть это вот такая тень, да, и еще и закрытие ниже цены открытия. То есть, по сути дела, ночью, да, сформировался по доллар-франку сигнал на продажу. Где можно было зайти, это вот здесь. То есть очень интересная вообще ситуация была, когда рынок пошел вниз, выбил вот эту вершину, после чего дал еще очень хорошие точки входа, возвратившись вот, по сути дела, на уровень вот этих вот вершин. То есть вот здесь лимитниками можно было красиво отработать. Вот это было в 6, да, в 7 часов утра по восточноевропейскому времени. Вот те, кто не спал, те, кто проснулся и отслеживал ситуацию, по часовке мог сработать. То есть здесь свечи были неполными, здесь у свечей очень хорошие тени. Видно, что рынок боролся и показывал, и не было однозначно, как бы, однозначно в своем намерении, да, вот в этой ситуации, потому что цена практически вот никуда не шла. После чего, после открытия европейской сессии, да, то есть цена двинулась. Франк, напомню, что это европейская валюта. То есть фактически, что сейчас? Сейчас вот здесь, в этом моменте, надо просто закрывать позиции, потому что сейчас вот выбиваются вот здесь позиции тех, кто решился продать. Наверняка будет вынос и забор стопов вот здесь. То есть, если часовая свеча сейчас закрывается вот таким образом, да, цена закрытия будет выше цены открытия, и будет у нас зеленая свеча, то здесь нужно выходить из позиции. Я считаю, что вот это движение, которое можно было бы потенциально взять, да, вот это движение, оно просто прекрасное и хорошее. Тем более, что если заход вот здесь, то есть работа с короткими стопами получается, с хорошим математическим ожиданием. Что будет дальше, не знаю. Формация, конечно, страшная. Наверняка может быть косой коридор. Вот здесь может быть все, что угодно. Вот тут сформироваться и косой коридор. Да? Вот, но здесь мы уже видим дивергенцию, которая назревает по MACD. Вот она. Это сигнал к тому, что нужно выходить из позиции. Пока. Что касается ожидания продолжений, да, пишет Александр Наумов, то возможно, то есть, но характер рынка очень жесткий, поэтому здесь фактически по дневке цена может доползти, конечно, до этого уровня, но гарантировать что-то никто не может. Вот посмотрим, как закроется дневная свеча, если бы опять будет сильная тень вот здесь, то есть это тоже сигнал к развороту и сильной коррекции наверх. То есть лучше взять рынок по кусочкам, то есть реальный кусочек, по которому был вход. То есть вот этот кусочек фактически можно было взять. Что будет дальше, не знаю, будем смотреть. Рынок, по сути дела, здесь движется во флете, да, на понедельке. То есть вот здесь рынок страшный просто. Дальше сюда заглядывать не будем, будем его смотреть по кусочкам внутри дня. Фунт-доллар, то, о чем говорилось, зашел в канал, движение продолжается наверх, шортовая ситуация в прошлый раз у нас здесь поотменялась, все пошло наверх, вот здесь уже рынок начинает затормаживаться. Но я не уверен, что это уже завершение движения, он может прийти вот к этим вершинам. Как всегда, проколоть их, забрать здесь
слабые деньги и уйти снова на низ. Только это будет происходить вот тут. Поэтому здесь я бы пока ничего не делал. Здесь нужно просто наблюдать. Тем более, что как бы можно с натяжкой назвать, что вот эта вот дивергенция, но тем не менее, однозначно сказать нельзя. Да, она еще фактически не состоит. Здесь может быть еще третий вот такой пик. Поэтому мы будем ждать. Коррекция может быть, скорее всего, вот в эту зону, вот после сегодняшних моментов. Кстати говоря, кто понимает, знает ситуацию, может, конечно, входить. Вот здесь вот пробой линии Боллинджера. Входить на шорт, ставить здесь стопы, но очень вероятно, что после какого-то движения здесь вас могут вынести. Не знаю, то есть не моя ситуация, здесь не торгую. По доллар-кат вообще классная ситуация. Да, у нас была открыта позиция вот тут. Да, вот здесь еще стрелочками видно. Я сейчас сделаю покрупнее. Вчера можно было посмотреть, если посмотрите в записи наши, сказать, аналитический обзор. Здесь была открыта позиция. Я потом в течение вчерашнего дня передвинул стопы в зону положительную. Здесь позиция была закрыта вчера. Вот этот кусочек рынка, по сути дела, был взят. Очень хороший, классный, понятный. Вот, точка входа была здесь, стопы у меня стояли вот тут. Посмотрите вчерашний обзор в записи на канале Альпари, можем будет увидеть. Что будет дальше здесь, не знаю. Рынок может уйти наверх. Да, рынок может уйти отсюда, вот сюда, вот. Нет, эту линию берем сейчас, не так. Может идти сюда вниз. Может сформировать вообще вот такой вот коридорчик, да? То есть здесь все возможно. То есть вероятнее всего, что рынок все-таки снова войдет вот в глобальную коррекцию. Боллинджер вот сжимает клещ, да, вот здесь, скорее всего, начнется турбулентная волна. Поэтому пока я здесь ничего не вижу по меньшим таймфреймам. Евро-доллар. Посмотрим меньшие таймфреймы, да, евро-доллар движется наверх, в общем-то, то, как и говорилось, то есть 1.08 цена уже была, здесь наверняка сегодня будет какой-то флэт. Он может рухнуть, уйти вниз в какую-то коррекцию, да, потом пойти снова вверх, то есть движение неопределенное может быть. Почему на меньших таймфреймах здесь движение тугое, неопределенное, фактически есть дивергенция? Движение ослабевает, здесь может быть что-то еще, то есть какой-то пик сюда, да, то есть по сути дела рынок пилой идет наверх, вот в эту зону. Это зона, глобальная зона, да, по предыдущим вершинам мы смотрели, это зона, где стоят очень сильные продажи, вот, вот здесь и вот здесь были, да, то есть вот это наша низина была в прошлый раз. Сейчас покажу, да, вот здесь вот. Фактически это вот эта линия, куда он приходит. Здесь линия Боллинджера, он с ней может цена встретиться. Здесь тогда можно будет на крупном таймфрейме зашортиться. По крайней мере, я буду делать так. Вот. Но тем не менее, вероятность похода она есть, но она очень маленькая, потому что при цене 1.14-1.15 господин Драги уже начинает очень сильно нервничать. Такой курс евро не устраивает еврозону, потому что слишком дорогие деньги. Отдавать долги при дорогих деньгах очень тяжело, а в Европе очень сильные, очень большие долги на сегодняшний день. Они уже практически достали по своим долгам уже американские долги. В основном Европа должна американским банкам. Американские банки вряд ли будут отпускать поводок долговой. Поэтому Европе нужно все равно девальвировать евро для того, чтобы рассчитаться с долгами. Ну и кроме всего прочего, там идут остальные процессы, которые мы сегодня говорили, да и вчера в аналитическом обзоре макроэкономических новостей. По сути дела, рынок наверняка будет входить сначала снова в коррекцию, да, по меньшим таймфреймам. Вообще глобально рынок смотрит, конечно, вниз. То есть сейчас борьба идет за вот этот нижний уровень, о котором я все время говорю из обзора в обзор. Потому что это больше таймфрейм, неделя и так далее. То есть, скорее всего, рынок таки пойдет вниз. То есть это еще последний шанс здесь продать евро, да, и двинуться с рынком вот в эту сторону. Вот, то есть, будет ли здесь еще внутри какие-то здесь вот колебания, да, я не знаю, посмотрим на характер рынка. Скорее всего, что-нибудь подобное, вот такое, раз, пробой вниз и уход. И поход глобально к целевой зоне, там, 0.92, может, 0.97. Вообще, вероятнее всего, даже расчетная цена может быть даже 85-82 цента. То есть, такое вероятно тоже.
То есть, ну, посмотрим, насколько рынок двинется вниз. По золоту рынок двинулся наверх, то есть, как мы говорили вчера, да, вот вчерашняя разметка, то есть, было два варианта, либо уходит вниз, что мало было вероятно, что, либо вот боковая такая вот коррекция, да, и золото уходит вверх, то есть, дивергенции здесь не было. Я на этом рынке не работал, как бы для меня он все-таки немножечко еще был стремноватый, поэтому, ну, была возможность взять вот это движение. Марка Brent, нефть делает то, что делает. Вот здесь я говорил, что точки входа фактически шпилем достала в целевую зону. Если здесь открыты были позиции на низ, замечательно, но нефть еще может вернуться обратно. Вот сюда. Будет второй шанс зайти. Либо она уходит вниз. Опять же, очень знакомые ситуации, которые мы сегодня смотрели. Ясные, понятные, предсказуемые. Дивергенции нет. Потенциал похода на низ еще есть. Итак, друзья мои, я думаю, что как бы благодарю вас, что вы сегодня пришли. Если есть какие-то вопросы, да, то можно будет сейчас на них ответить. Не видно таймфреймы. Таймфреймы переключаем между часом, четырем дня, днем и так далее. То есть посмотрим еще, что у нас здесь настроено. Да? Не видно таймфреймы. Ну, по сути дела, экран настроен нормально. Таймфреймы должны быть видны. Вот. Итак, друзья мои, спасибо. Как бы завтра снова в это же время жду вас. Посмотрим рынки снова, как они двигались. Вот. Благодарю еще раз, что зашли к нам на огонек. Также завтра будет семинар по основам профессии трейдера для новичков. Вот, также приглашаю тех, кто желает с этим рынком ознакомиться. Вот. Торгуйте, как мы, торгуйте с нами, торгуйте лучше нас. Зарабатывайте стабильно профит. Ну и, как всегда, хочется пожелать вам бесстрессовой торговли. Потому что если торговля идет стрессово, то вы, значит, что-то делаете не так. Либо не соблюдаете money management.